В Кашхабском районе обновлен автопарк машин скорой помощи. Сегодня руководству Кашхабской центральной районной больницы были вручены ключи от автомобиля скорой помощи марки «Газель». Новый автотранспорт оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с существующими нормативными документами. На торжественном мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главный врач Центральной районной больницы Зарима Пшизова, медработники. Поприветствовав присутствующих, глава района отметил, что это мероприятие является неординарным не только для больницы, но и для района в целом. Отрадно отметить, что районная больница за последние 3 года получает уже третий автомобиль скорой медицинской.